Тем временем более 7 километров автодороги регионального значения отремонтируют в Казанском районе. В этом году заказчик работ Управления автомобильных дорог Тюменской области. На ремонт выделено почти 200 миллионов рублей. Работы на трассе Ишим-Казанская, граница Казахстана, начались в апреле. Завершат их в течение месяца. Задействовано более 20 единиц техники. Самосвалы, асфальтоукладчики, катки. Дорога очень интенсивная, так как соединяются предельные государства Россия и Казахстан, поэтому интенсивность большая, и уже были участки разрушены. Нужно было их восстановить для беспрепятственного и безопасного движения автомобилей. Кроме того, в районе заасфальтируют более 2 километров дорог и 4 отсыпят щебнем.